Здравствуйте, дорогие мои зрители! Вот оно потихоньку выходит солнышко. И вот оно Абанатерме во всей красе под солнечными лучами. Все зеленое, все красивое. Холмы Югани дышатся после дождя. Я сейчас собираюсь идти в гидромассажи, термальные воды, немножко релакса. Перед этим погуляла под дождиком. Никакого стрит-стайла не было, потому что никого на улице не было под дождем. Итальянцы не любят гулять под дождем. Вот это вот здание напротив, вилла Grand Hotel Orologio. Так жаль, конечно, вот я покажу пальцем вот это вот. Оно заброшенное. Такая вилла хорошая, старинная. Так жаль, что никто его не покупает. Вот она даже длинная, вот до тех пор, вот до сюда. Вот это все, вот одна и та же вилла. Вся в зелени. Старая вилла заброшенная. Единственное, что здесь вот. Не очень-то приятно. Надеемся, что скоро кто-то купит и жизнь вернется в эту виллу Orologio в центре. Абанатерме. Сейчас я спущусь в термальные воды и сделаю оттуда вам видео. Я могу сразу сказать, что термальные воды, гидромассажи и спа самые лучшие в отеле Торжестео, Эспланада, Монтегротто. Там вообще самые крутые гидромассажи, самые крутые бассейны, самые крутые сауны. Но здесь вот, если вы помните, я вчера вечером снимала, холл, конечно, очень такой в стиле Belle Époque. Белая эпоха, очень красиво. Сегодня вечером должны быть здесь, должна быть музыка, должен быть пианист, должна быть певица, должно быть весело. Вот эта вот вилла тоже, она вот, я внизу, по-моему, ее снимала, внизу этой виллы снимала вот это вот все для, большой бутик, все для женщин. Всякие халаты, Сваровски, я думаю, вот под этим зданием. Смотрите, какая терраса красивая. Пальмы. Летом здесь тоже бар на улице. Всем желаю здоровья и добра. Привет от Жасминки и Витаминки. А, насчет того, одна написала, что зачем я выставляю видео ужинов, завтраков. Я хотела сказать об этом, что я специально выставляю, потому что многие спрашивают, чем я питаюсь, как я питаюсь, чтобы оставаться до 53 года стройной и хрупкой. Так я могу сказать, я это все ем сама, потому что мне нужны протеины для мускулов. Я ем и мясо, и курицу, и очень много рыбы, мясо ем редко. Поэтому я не отказываюсь. Сбалансированное питание, особенно вот это вот мясные продукты, нужны для нервов. Сразу говорю всем женщинам, никому не указываю, не даю такой совет, но говорю, что нужны ряд витаминов B для крепких нервов особенно, потому что многие женщины истерички, потому что они не понимают даже, что у них вот эти вот нервы, нервные срывы, истерика происходит от того, что они всю жизнь сидят на каких-то диетах, всю жизнь хотят худеть, и поэтому отказываются от мясных продуктов. Не надо отказываться, просто надо побольше ходить или бегать, или просто заниматься любовью, тоже хорошо. Поэтому сбалансированное питание, итальянская кухня, это все полезно для здоровья и для стройности тела.
Всем привет!